Всем привет, дорогие друзья! Это обзор на танки онлайн. Такая игрушка. Очень интересная игрушка. Ну, давайте play и нажмем. Так, как-то play там нажимается. Ладно, сейчас разберусь. Так, блин, что за... Battles. Вот, нажимаем Battles. И уходим в бой. Все, Battles. Ладно, давайте зайдем в гараж. Что-нибудь поменяем. И еще. Еще мы прокачаем немножко свой танк. Ладно. Firebird. Окей, Firebird. Огнемет. Battles, все, в битву уходим. Нажимаем create, start, play. Вот, все, мы появились. Мы взяли лазер. Так, ну, танк мы нифига не прокачали. Ну и зачем мне это надо? Так у меня уже сильное оружие. Так. Берем припасы. Отлично. Отъезжаем в сторонку. И берем припас двойной урон. Опа, падаем. Так, главное не встретить никакого врага, не встретить. Опа, все, двойной урон мы с вами взяли, и теперь надо, так, плюс-минус. А, тут, ладно, не надо нам этого все ничего. Так, все, наблюдаем на экране, как мы сейчас будем найдем какого-нибудь себе достойного врага. Вообще лазер, по-моему, это самое крутое оружие. Так, что мы еще имеем? Ну, зачем мне прокачивать танк? У меня и так вообще очень прикольное оружие. Одно из самых прикольных оружий. Ну, второе по крутости это, наверное, огнемет. Потом идет пулемет, а потом уже идет смог. Оружие, то есть какая-то пушка. Да, какая-то пушка там встала. Ай-яй-яй. Так, ладно, давайте попробуем уничтожить дом, только нам елка мешает. Все, сейчас подъедем. Все, давайте пробуем уничтожить дом. Ай, нет, нифига не получается. Ладно. Это не важно, зато у нас есть такой... Хорошенький танк. Смотрите, куда он стреляет. Опа. Давайте еще немного отъедем. Посмотрим, куда он теперь. Чем дальше, чем... тем выше он стреляет. А, но все равно одинаковая высота. Вот, у меня 268 алмазов. Я могу себе немножечко прокачать танк. Совсем немножко. Блин, где же враги? Что-то я не вижу ни одного врага. Давайте-ка в окно стрельнем. Что будет, что будет? А, не, нифига не застрелил окно. Ну ладно. По крайней мере, покруче, чем просто ходить и ничего не делать. Просто ходить и всех убивать. Это неинтересно. Ну, я на самом деле еще никого не увидел. Так. Видим. А, я не на ту клавишу нажал. Так, сейчас мы проедем.
Так, там что-то с парашюта приземлилось. Так. А я совсем забыл, что недавно купил лазер. Да, давайте в боеприпас стрельнем. Смотрим, что будет. Так, вот, нацелили пушку в припас. И чё? А, нет, не в припас. Давайте немного подальше отъедем. Ну давай, заряжайся, ружьё. Всё. Ай, не туда. Не туда пушку нацелил, всё.